что, народ, всем привет. Вот так вот начинается у нас это видео. Такой вот у нас рассвет. Ну, не рассвет, светает. Загрузился я, получается, утром. Олег, еще ночью скользко было, что ли? Что-то на второй аварии уже. Тут. Да уж. Загрузился я, получается, в 3 часа утра. Но это ночь, еще совсем темно было. Выехал деловыми линиями, загрузился на Красноярск. Кстати, сейчас вам покажу. Вот такая вот у меня развесовка интересная. Я не знаю, возможно, что-то у нас датчики барахлят. Но это не точно, потому что зимой это крайне неприятная развесовка. Вроде как бы пробовал по дороге. Дорога у нас мокрая, со светофора трогаешься, не буксует. Что у нас? Вот и перерыв заморгал. Получается, я 4.15 уже работаю. Надо сейчас где-нибудь надо будет проехать и потом вставать немножко, наверное, поспать. Если будет сон, будет охота спать. Погода 0, плюс 1, минус 1, вот так вот все. Грязно все летит. Был снегопад в Москве сильный, и здесь снегопад был, снега навалило, конечно, кошмар. И потихоньку у нас светлеет. Блин, еще у нас одно, что ли, ДТП тут, ну, не у нас, а в сторону Москвы. Да, точно. Тут что-то было. Ну, правильно, была, получается, минусовая погода. Вот в Москве снег валил, был минус. И сейчас потеплело. Возможно, ночью, вечером снег, когда валил, был тут. Был тут пипец какой-то, наверное. У нас вот еще что-то. Ой, кошмар какой. Да, надо быть аккуратнее. Сейчас самая неприятная погода, когда еще и не мороз, и не тепло. Температура туда-сюда гуляет, от плюса к минусу. Вообще очень тяжело. О, впереди стоят, походу, шакалят. Все фуры тормозят, отъезжают. Свежее дыхание сейчас, наверное, тоже тормознут. На Москву куплю топливо. Сейчас посмотрим. Всех подряд тормозят. Аварийную обстановку создают. Да, стоит уже у меня принять. Сейчас, минуточку. Ремонтируем темпы в дорожном комплексе 345 километр на Москву. Устанавливаем люверсы, скобы, боковые ремни с замками, наконечники, фланговочные проволоки, Пожалуйста. Деловые линии. Все в порядке? Да. Что будет? Не считай. Камеру увидел, поэтому ничего не спрашивал, блин. Свежее дыхание, блин. Просто так вот тормознуть. Проверить, бухал ты, не бухал. Блин, я еще не спал даже. Хуй тут бухать. Пробка у нас за Нижним Новгородом. Витчак, получается. Этот мост держал. Они его делали. По-моему, прошлый год летом. И сейчас, получается, вот опять они его делают.
там реверс. Вот встречки нету. Как так, я не понимаю. Только вот его делали, и сейчас опять. Вот, ну что вы, зимой его закрыли на ремонт, что ли? Пипец. Как вообще такое возможно, чтобы, я не знаю, его чуть через год, что ли, делают? Толкаемся мы уже 45 минут. 45 минут как толкаемся. Сделали интервал хотя бы побольше. Там вот что, встречка видно, стоит далеко. То есть машин мало вообще проходит. Интервал бы этого реверса сделали побольше, чтобы побольше машин проходило. С обоих сторон такую колейку собрать. Сзади все стоит. Вот мы только спустились, короче, и времени у нас вот так вот. И стоим на красной опять. Я не знаю, у нас так мало машин проходит почему-то. Хотя там тоже, наверное, так кажется, мало машин проходит. Блин, а там наверху мы в два ряда шли, вообще было, блин, тяжело. С двух рядов в одну колейку сходиться. Тут еще вот по обочине проезжают, залазят. Ну, вроде сейчас никого нет. Блин, этот мост, вон Вичак, конец, и там мост. Все лето его тогда делали, тут такие пробки собирались, блин. И они заново его делают. Не, я понимаю, тут уже бы платку сделали, да, и тут уже можно такие там колейки собирали, чтобы там по платке люди катались, но сейчас это просто издевательство, ё-моё. Что там, встречки нет, можно было нам уже ехать, наверное. Что, поехали наконец-то. Охраняемый объект. Ведется видеонаблюдение. Как вообще такое вот? Возможно, я просто не представляю. Вот он, новый красивый мост с отбойниками. И они тут опять эти швы заделывают. Ё-моё, блин. Почему сразу нельзя сделать? Сейчас тут колейка будет большая. Тут калейка так и идет на подъем, наверное, до Запрудного будет, может, дальше. Вот мы могли где-то здесь вылезти, проехаться, но так как был снег, я побоялся, что дорога плохо обработана, и могли бы еще больше потерять. Тут я час потерял, а вроде бы дорога-то нормальная сама. Но все равно. Мало ли что, там узко еще зимой кататься. Что-то просто страшно стало зимой там лазить. Еще непонятно, чищено, не чищено. Потерял бы больше времени. Поэтому проехался отсюда. Ну, вышло чуть подольше. Там, наверное, на полчаса бы побыстрее вышло. Где-то так примерно. Потому что пробка у нас небольшая была. Съезда, с
съезд был с Кстовской объездной. Поэтому час мы потеряли. А если бы от Чупа-Чуп состояли, это было бы печаль. Вот здесь вот эта печаль. Получается, вот тут вот я ехал в Чувашии. И вот отсюда со светофора он оттуда начал стартовать. И вот здесь вот, вот в этом месте, короче, вылез и развернулся. А вот с того светофора. Блин, как грязно. Надо где-то тормозиться. Надо где-то срочно мыться. Нифига не видно. 7, 8, 6, 5. Да пролетим, не ссы. Так, это у нас уже впереди Цивильск. Республика Чувашия. Блин, ну грязно вообще, кошмар. Ну пока что-то видно. Сейчас где-нибудь, наверное, в Андреевых базарах встанем. Чайку попить. Колеса попинать. Чтобы яйки отлипли. И дальше. Рейс мочить будем. Метет, кстати, вот. С ветром ветер сильный и с полей надувает. Местами, где открытые участки, прям дорога в перемете, и там прям каша творится. Сейчас, если дальше будет, покажу. Ну вот они, Андреева, за базары. Обалдеть, газельку сдуло, походу. Офигеть. Так, сейчас заедем вот сюда на заправку. Здесь и все помоем. Все это безобразие. Ну и все дела свои сделаем тоже здесь. Ужас. Не едет никак, не хочет. Снаружи выглядит это еще очень печальней, чем могло казаться. Это тоже надо помыть, сейчас темнеет уже скоро. Уф, ветер. Это у нас уже Казанская объездная. Прекрасный, славный город Казань и его объездная. И мы вот так вот летим, шуршим. Кстати, небо хмурое такое и непонятно. Короче, мокрый снег и дождь со снегом. Временами вот такие вот осадки. Температура тоже такая, временами 0, минус 1. Короче, скачет. Местами переметы скользко. Но это было перед Казанью. Тут Казань более заселенная, так за, как это, вот, деревьями засажена. То есть посадки справа-слева. Ветром так не надует. Вот, где-то попадаются открытые участки. Но там дальше, сейчас пойдем за Казанью. А открытых участков будет довольно-таки много. Магнитик у нас едет. Продукты везет. Так, мы все спускаемся. Это у нас дорожка вниз идет из Щербакова. Щербакова будет впереди. Кстати, опять все закидывает, потому что, ну, грязь на дороге, плюс вот это вот, как его, реагент, что ли, соль вот эта или такая, она противная, она вот, ну, мажется как-то очень прям сильно. Грязь все равно не так, вот это вот с
песком что намешали, ужасно просто мажется. По стеклам, по зеркалам. Все, у нас там аварийка. Нет никого. Мало ли там коллега ковыряется колесами. Их там два остановилось. Точно, вон, видите, вылазит. Этого надо заранее там смотреть и перестраиваться, такие моменты подгадывать. А здесь у нас могут в левый ряду можно идти, потому что у нас тут перекресток и легковые бывают выезжают. Ну вот, опять дождик пошел какой-то непонятный. Кстати, мосты аккуратнее, мосты могут быть скользкие. Так, ну и Щербакова у нас тут с ограничениями, она деревушка такая. Смотрите, какую колею накатали. Обалдеть просто. Это лед. А я еду вот так вот, посерединке. Сунулся я в эту колею и у меня так двигатель сделал. Даже АСР-ка не успела сработать. Офигеть. Накатали в подъем. Колеса у всех прокручиваются. Да уж. Машинка на столбу работает. Обалдеть. Все, мы прошли Казанскую объездную. Так, сбавляем скорость. Там чуваки летят, надо их пропустить. Блин, вот к линии охота, конечно, залазить. Давай еще ты быстрей. Я же тоже, типа, хочу чуть-чуть поработать. Чуть-чуть домой я еду. Так, ну что, я на базе. Маленькую кое-как обмел. Короче, не замерзайка кончилась. Вот так вот, перед самой базой. Что мы с Мурманска взяли? Вот такую вот рыбку. Она не испачкается. Надо пельмешки вот форели, если заметно, они вот такие вон красные, килограмм. Все про все почти что 3000. Это форель копченого холодного пельмени. Так, все, погнали домой, поедем уже послезавтра. Всем спасибо, всем пока-пока. Вот такой вот вид у меня на капоте еще после этого. По скрипту, как говорится. И я на летней резине. Сейчас будем хасанить. Фух. Вот это да, блин. Поленился купить. А теперь вот катайся так, блин. Ну, вроде ничего, блин. Стабилизация. Проверяем стабилизацию. Вроде держит. Все нормально. Теперь точно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Погнал я. До дому, до хаты. У нас, кстати, тут дорожка-то немножко почищена, но она... скользкая. О, фура выехала. Вот что с ней летит. Все что? Еще немножко слетает.